В электричку в час пик набивается хмурый народ. За окошками осень то желтым, то красным мигает. Несъедобные райские яблочки всем предлагает. Дядя Митя блаженный, что возле вокзала живет. Он не требует денег, не просит взамен ничего. Улыбается глупо и шамкает вкусно в Акмите. Но никто не поднимет глаза на блаженного Митю. Да и кто его знает, что там на уме у него. Дурачок, дурачок, октябрятский значок на шапчонке, а сверху прореха. Жизнь его на краю, но под Богом в раю. А нам ехать, ехать, ехать. Дядя Митя идет по вагончикам, как по воде, и учтиво склоняется. Куфайте, куфайте, вкуфно. На кургузом пальтишке болтается пуговка грустно. И небесная манна искрится в его бороде. Наше время час пик, бесконечный, безумный час пик. Если век не приемлет не только святое юродство, вместе с ним благодарность, отзывчивость и благородство, то конечная станция этой поездки — тупик. Дурачок, дурачок, все ему пустячок, наша суетность, шорох орехов. Он идет пониже, он приехал уже, а нам ехать, и ехать, и ехать. Заходите, заходите. Есть там кто заходит? Нет? Нету? Ладно? Итак, закрываем. У меня много новых песен, но вот одна из них, которая по оценкам, по реакции зрителей оказалась наиболее удачной. То сегодня балетмейстер и всех колеров семейства отправляет танцевать. Это истинный художник, он фиксирует треножник, начинает малевать. Он рисует сцены светом, все тона де балетом кружат в танце на холстах. И у каждой балерины на ланитах нектарины и улыбки на устах. Все танцовщицы воздушные, воле мастера послушны, грациозны и легки. Им мелькают на картине Анны, Майи и Галины, как как живые мотыльки. В бесконечных вариантах ходят краски на пуантах, обнимай, целуй, лови. В этих кобальтах и охрах живописец-хореограф объясняется в любви. Кисти бегают по кругу, краски нравятся друг другу, танец их на высоте. Эй!
Эй, подвиньтесь, балерины, наступает время примы для финала фуэте. Кто сегодня в роли примы? Кто присутствует незримо? Многоцветие полотна. Это муза-чаровница. Кто ж она у живописца? Не поверите, жена. Ходят краски на бандах, обувай, целую, лови. В этих кобальтах и охрах живописец, хореограф объясняется в любви. Объясняется в любви. Ты знаешь, это уже за второй день, второй раз. Попала с неделю в комнате, точно так же. Ну что? Спрашиваю, может, желающие есть? На сцене. Есть желающие? Тогда третью. Тогда у нас... Тогда называю я. На сцене Сергей Лещенко. Давай, вперед.